Энди ушел за перегородку, через несколько минут вышел оттуда в парадном костюме. Во взгляде у него было что-то возвышенное и смертоносное, такие, я бы сказал, праведный вызов. Не понравился мне этот взгляд. Я все смотрел на него, ждал, какую штуку с ним выкинет виски. В жизни бывают два случая, которые непонятно чем заканчиваются, когда мужчина выпьет в первый раз и когда женщина выпьет в последний. Энди выходит. Я вижу, как он останавливает каких-то прохожих, вступает с ними в разговор. Не прошло 10 минут, как вокруг него уже небольшая публика собралась. А потом я смотрю, Энди стоит на углу, что-то говорит, размахивает руками, а вокруг него уже порядочная толпа. И он повернулся, пошел. А толпа пошла за ним, а он все говорит, говорит, и по дороге к нему приставали еще люди. Это напомнил мне один фокс, который я когда-то читал, как один дудочник так долго играл на дудке, что увел из города всех детей, которые там были. Пробил час, потом два, потом три, а ряд артиста не затеял там быть. На улице было пусто. Какая-нибудь утка летит, или изредка женщина пройдет лапчон. Какой-то мужчина остановился соскрести грязь, налипшую на сапоги. Нилой спрашивали, я говорю, что в чем дело? Утром здесь стояло лихорадочное веселье, сейчас весь город похож на развалины серые сифона. Весь город, говорит он, собрался на складах шерсти слушать речь вашего друга-приятеля. На что я говорить? Он умеет извлекать из себя всякие звуки касательно различных материй. Очень хорошо, но надеюсь, что он скоро закончит, потому что от этого страдает торговля. До самого вечера, когда мне зашел не один посетитель. В 6 часов, 3 мексиканца, привезли Энди, он возлежал на спине хосла. Мы отнесли пьяного в постель. Он еще что-то бормотал, шевелил руками, ногами. Я пошел на улицу спросить, что случилось. Вскоре я нашел прохожего, который рассказал мне всю историю. Оказывается, Энди говорил 2 часа подряд. Он произнес самую великолепную речь, которую, по словам этого человека, когда-либо слышали не только в Техасе, но и на всем земном шаре. О чем он говорил, спрашиваю я.